Второй день выставки World Food 2022 стартовал, и у нас в гостях Елизавета Ощепкова, независимый эксперт. Елизавета, здравствуйте. Расскажите, какой проект вы здесь представляете? Константин, добрый день. Я очень рада быть здесь сегодня. Я представляю проект по внедрению научных разработок в управлении эффективностью процессами ритейла. На сегодняшний день проект активирован на базе одного из математических факультетов страны, и мы ведем активные переговоры с лучшими математическими факультетами вузов, ведущих в России, для того, чтобы объединить решения научных практик и практики ритейла. Что считаем? Что вот высчитывают эти вузы, если прям вот совсем на пальцах? Смотрите, проекты активированы по разным направлениям. Есть направление логистики, то есть мы оптимизируем, например, какие-то процессы управления складскими ресурсами. Есть направление управления ассортиментом. В частности, это моя задача. Я проработала больше 8 лет в управлении ассортиментом в разных сетях разных направлений. И как эксперт я поняла, что у меня возник определенный запрос к математическим сотрудникам для решения определенных задач ассортимента. То есть, например, мы должны понимать, оптимально ли у нас наполнена матрица или нет. И есть ли это какое-то научное решение, или это все только может решаться руками. Правильно ли я понимаю, абсолютно человек без математического образования, что мы условно можем управлять вот продуктами на полках через какие-то формулы? Смотрите, управление продуктами, оно идет в разных направлениях. Соответственно, мы можем какие-то направления вычленить в определенные стримы, эти стримы облачить в формулы и, соответственно, таким образом набрать разный пул решений для того, чтобы наша полка выглядела максимально оптимальной, максимально привлекательной для нашего покупателя. Звучит интересно. А какой-то уже вот второй день форума, да, ну сейчас стартовал второй день форума, интерес видите к своему проекту уже ритейлеры проявили? Вы знаете, я не в рамках этого форума общаюсь достаточно много с бизнес-средой. Интерес уже достаточно давно, и он очень высокий со стороны бизнеса. И чему я была больше всего удивлена, очень большой пул наработок со стороны научных университетов, которые, к сожалению, нигде никак не озвучены и лежат пока на полках. Что ж, я надеюсь, что ваше решение будет внедрено, и действительно вы сможете, как сказать, принести математику на наши полки, наших магазинов. Удачи вам в этом. Спасибо большое. Я надеюсь, что все наши решения, которые мы обсуждаем, будут решены. Спасибо. Всего доброго.